Приложение SwimMapper от компании Fox International является первым в мире приложением, которое специально разработано для помощи рыболовам в составлении карты и отметки важных деталей сектора, в котором ведется ловля на любом пруду, реке или канале. Благодаря использованию ряда фотографий и специальных иконок, приложение SwimMapper позволяет рыболову расставлять специфичные визуальные отметки и фиксировать четкую дистанцию. Поэтому в считанные минуты можно найти участок, в котором вы успешно ловили ранее, и попасть в него с первого заброса и с максимальной точностью. Для того, чтобы сделать фотографию выбранного участка ловли, рыболов может использовать свой смартфон или планшет. Маркерные иконки можно использовать для отметки видимых ориентиров на противоположном берегу, которые находятся на одной линии с найденным в процессе маркировки интересного участка дна. После этого рыболов может добавить и зафиксировать важную информацию в соответствующей иконке, например, дистанцию ловли или количество оборотов вокруг маркерных колышков, тип грунта, ил, водоросли, глина, песок или гравий, глубину в месте лова, а также дополнительные заметки. Приложение имеет специальные иконки для обозначения горячих точек, откуда происходят регулярные поклевки, а также иконки с показывающейся из воды рыбой. Они обозначают интересные участки, на которые стоит обратить внимание и изучить маркером на следующих сессиях. Как только вы зарегистрировались в приложении SwimMapper, можно добавить контакты. Если вы уже имеете это приложение, то нужно просто найти их в адресной книге. Если же книга пуста, то вы можете пригласить своих друзей с помощью Твиттера, Фейсбука или обычного SMS-сообщения. Более того, если вы приглашаете нового пользователя и он успешно загружает приложение SwimMapper, то вы бесплатно получаете 3 кредита на составление карты сектора. Как только адресная книга заполнится контактами, у вас появится возможность обмениваться своими контактами ловли с друзьями и наоборот. Это поможет в коллективных рыбалках на одном и том же водоеме, или же в случае, если вы оказались в месте лова в первый раз, а кто-то из ваших друзей уже знает это место. Приложение работает как на смартфонах, так и на планшетах, на платформах iOS и Android. Возможность одной рукой составлять аккуратную детальную карту сектора в начале рыбалки положительно скажется на эффективности и результативности ловли. Приложение SwimMapper уже доступно для скачивания на русском языке.